Я не собираюсь. Ну, как бы, мне кажется, уже все решено, в принципе, за нас. И идти по этим, как бы вы видите, дорога. У меня маленький ребенок. Мне, в принципе, ее ни с кем оставить, и я не пойду с ним. Выборы будут у нас проходить в этом году здесь, но я вот не вижу никаких неопознавательных знаков, ничего, что это будет именно тут проходить. Ну, не нужны поселки. Так же, как вот, что касалось бы у нас и уборок, там, снега там или еще что-то, я думаю, что и по выборам для них это не важно, что где будут выборы, как будут выборы, чтобы люди больше знали информации, поселки для них... Я считаю, что не очень важны. Все уже решено. Город Шахтовый. Были шахты, работали шахты. Когда шахты работали, соответственно, и поселки развивались, и работа была. И город, как бы, ну, можно сказать, он был с хозяина. Сейчас шахты закрылись, все, поселки остались в плачевном состоянии. Вот так вот хожу, красиво хожу. Там он. А что касается президента, по телевизору, да, конечно, мы смотрим, какие-то изменения есть. Вот, в России стало намного лучше, конечно. Это все видно. А что касается именно нашего города, я не вижу никаких изменений. В России вижу, у нас не вижу. А как? Давайте сразу...